Фонде знаний при президенте Азербайджана прошла презентация первого номера литературно-художественно-научно-публистического журнала «Мультикультурализм». Представил издание руководитель аппарата фонда Исахан Белиев, который сказал, что сегодня азербайджанский мультикультурализм находится в центре внимания международной общественности на всех континентах. И потому по инициативе Бакинского международного центра мультикультурализма Академии наук Фонда творчества было решение издать журнал, который будет распространяться по нашей стране и всему миру, рассказывая об успехах нашей страны в сфере мультикультурализма, толерантности, свободы совести. Главный редактор журнала Фахри Угурлу проинформировал собравшихся о том, что содержание издания получилось насыщенным актуальными материалами на тему мультикультурализма. Пока представлено всего 15 рубрик. Журнал оригинален и по форме, он богато иллюстрирован. Азербайджанская модель мультикультурализма изучается как чрезвычайно важное ценное духовное достояние. Ее различные направления исследуются и применяются в других странах, отметил в своем выступлении представитель Бакинского международного центра мультикультурализма Рашат Ильярсов. Конечно же, накопленный опыт в этой сфере будет на научной основе обобщаться в нашем журнале. В нем очень много ярких и запоминающихся материалов. Журнал вышел с материалами на азербайджанском и русском языках. Пока только выпущено 1000 экземпляров. И в дальнейшем тираж будет расти. Президент нашей страны Ильхам Алиев объявил 2016 год в Азербайджане годом мультикультурализма. Разумеется, это имеет большое идеологическое, историческое и политическое значение. Завоеванный сегодня Азербайджаном в мире положительный, стабильный идеологический имидж создает нам новые возможности для осуществления более интенсивной и эффективной деятельности в этой сфере. Этому будет верно служить наш журнал. С нами работает много талантливых авторов. Уверен, что журнал будет пользоваться заслуженной популярностью. У нас будет большая читательская аудитория, и мы не обманем их ожиданиям.